Здравствуйте, меня зовут Ольга Перковская. Я режиссер, независимый продюсер, а теперь еще и директор нового международного кинофестиваля «Эсперанса», который пройдет здесь, в Доме кино, с 30 мая по 1 июня. Этот кинофестиваль – глобальный независимый проект, создан для того, чтобы служить кино как искусству и мирному методу решения социальных, экологических и политических проблем. Наши критики отобрали для вас самые добрые, душевные и мотивирующие фильмы. И вот сейчас о них расскажет один из них – Ксения Сахарнова, наш искушенный киновед. Мы покажем вам 23 фильма, среди которых как художественные, так и документальные. Я лично больше люблю доки и считаю, что они часто бывают покруче игровых. И поверьте, так считаю не только я. «Эсперанса» только родилась, но к нам слетели с работы со всего мира. Китай, Австралия, Южная Африка, Куба, Америка, конечно, Европа. Есть парочка фильмов из России или совместного с Россией производства. Выбор был очень непростый. Мы долго ссорились, долго решали, но все-таки его сделали. Авторы фильмов приедут к нам и обсудят их с вами. Лучшие из фильмов выберет наше профессиональное жюри. Режиссеры получат свой денежный приз, статуэтку, все как положено. Но ведь у нас еще остался приз зрительских симпатий. И тогда мы подумали, а почему бы вам, зрителям, нашему народному жюри, самим не подкрепить свой выбор денежным вознаграждением? Ведь это справедливо. Вы решаете, кто лучший, и вы же дарите подарок. А ведь лучшие фильмы фестиваля поедут по всей России. И голосуя за него, вы ему даете шанс показать свою работу в 20 российских городах. Таким образом, вы привлечете еще больше талантливых режиссеров к нам в гости, демонстрируя им наше гостеприимство, щедрость и благодарность за их труд. Важно только самому прийти и проголосовать. А мы со своей стороны гарантируем абсолютную честность и справедливость. И не важно, какого режиссера вы выбрали, нашего или иностранного. Важно, что вы наградили достойного. А за то, что вы поддержали победителя, ну или хотя бы просто посмотрели этот ролик и поделились им с друзьями, всей нашей командой мы скажем вам спасибо!